Ксения, «Зенит» станет чемпионом. За несколько дней до этого мы вышли на улицы Петербурга, чтобы узнать, как это дело будут праздновать. Здравствуйте, с вами программа «22 человека и мяч». Собираетесь в воскресенье праздновать большой петербургский праздник? Что за праздник? Вы не знаете, какой будет в воскресенье праздник? «Зенит» станет чемпионом. А, это да, вперед за Питер. Футбол будете смотреть, нет? Футбол, конечно, будем. Знаете, что за матч будет? Да, «Зенит» Уфа. Что этот матч принесет? Чемпионство? Что же? Уфы! Обижаете «Зенита», конечно. Но я думаю, что я выйду на Невский, буду прыгать, кричать. Возможно, буду даже это все в пьяном состоянии делать. Ну, как надо. Давай, для меня это не праздник. Вы не любите «Зенит»? Да, не люблю. Почему? Потому что заболею за другую команду. За какую? Не скажу. Вы собираетесь праздновать чемпионство «Зенита» в воскресенье? Почему? Пить много, курить, танцевать. Пить не будем и курить. Так, поболеть, матч посмотреть. А «Зенит» точно станет чемпионом в этом матче? Ну а куда деваться? Грех для петербуржца не смотреть «Зенит», не праздновать его чемпионство. Ну, возможно, грех, да. Все верно. Вы считаете себя грешным? Я грешен, да. Пойдем с другом на чемпионство «Зенита». Отмечать будем. Вы слышали, что «Зенит» заказал, последний гостевой матч заказал себе домой сюда? Да, я слышал. Прикольно, справедливо? Конечно, правильно. Деньги решаются? Деньги, да. Вы тоже так считаете? Да. Деньги правят миром. Так получается, купил «Зенит» чемпионство, нет? Да. Не кричим, «Зенит» чемпион. «Зенит» чемпион! Громко. «Зенит» чемпион! «Зенит» голубых эй!